Едва закончился в Москве форум кинодеятелей, как в Новосибирске начался малый кинофестиваль. Гости Москвы стали гостями Новосибирска и попали в объектив нашего кинооператора Владимира Хомякова. Любители кино, конечно, хорошо помнят и фильмы, привезенные зарубежными мастерами, и самих гостей. Болгарского художника и оператора Константина Джирдова. Его фильм «Разрешение на брак» скоро увидят советские зрители. Знакомого всем югославского актера Бланка Плеша, монгольского киноартиста Лехан Сурена. По правде говоря, мы удивлялись энергии и работоспособности своих коллег. Они встречались со зрителями, знакомились с городом, обменивались впечатлениями. 4 дня кинофестиваля, 4 дня дружбы, улыбок, цветов. Артисты этого новосибирского театра видят в своем искусстве активные средства борьбы с тем, что мешает нам жить. Остроумно и хлестко бичуют они разгильдяйство и карьеризм, администрирование и трусливую безответственность. Вот как высмеивается этот последний порог в миниатюре каждый. А что я мог сделать один? 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 Компактности по своей, по минимальному такому... Непременное второе действие спектакля – обсуждение его зрителями. В этом... В втором действии у авторов Вадима Суховерхова и Евгения Вишневского появляются сразу десятки соавторов. Клуб чудес. Я бы сказал, клуб чудес. Опять из-за чего? Из-за того, что вот этот товарищ, он хорошо донес идею. Понятно. А миниатюра каждый понравилась? Каждый тоже понравился. А как здесь с эмоциями? Тоже хорошо донесли. Хорошо донесли. Хорошо сыграли. Ну вот, каждый. Миниатюра. Ну, разве ее можно сказать? Влопанная, не влопанная. Ну, давайте скажем, что она влоп, или она не влоп, так сказать. Какая разница? Обсуждение после каждого спектакля, по идее, это та форма спектакля, к которой мы стремимся. Вначале идет разговор со сцены, а потом идет разговор со зрительным залом. Если бы у нас было это каждый раз, если бы мы могли, так сказать, организовать обсуждение каждый раз хорошо, это было бы, в общем... Такие вот народные обсуждения приносят самодеятельным артистам удовлетворение не меньше, чем аплодисменты публики. В Новосибирске открылось молодежное кафе.
Говорят, что веснушки доставляют неприятности. Ну а эта веснушка приносит людям радость. Новосибирцы с удовольствием посещают свое молодежное кафе. Побывал здесь недавно и Эдди Рознер. Познакомился с мастерством своих коллег, конечно, менее именитых, эстрадным ансамблем из Академии наук. Правда, иногда весеннее настроение портится вот такими картинками. Но мы уверены, что не они будут делать погоду в веснушке.